Здравствуйте, пару слов о рыбалке, пожалуйста. Здравствуйте. Вот 3 дня назад у вас был, очень понравилось. Приехал еще раз. Мясо попробовали, мясо вкусное у рыбы. Засолили, пожарили. Тиной не пахнет. Вот приехал еще, ну, что-то не очень. Доволен, конечно, рыбалкой сегодня. Как-то не шло. Только две, да и маленькие. Ну, следующий раз. Клевало, если не секрет. Что? На что клевало, если не секрет? На пасту. Клевало на пасту со дна. Сырная, чесночная. Все пробовал, разную пасту. Поэтому даже уже не помню какую. Скорее всего, на сырную. Приезжайте еще, ждем вас снова. Да, спасибо.